актуально в контексте символики нашего конкурса. А на очереди представители Македонии Эсма Реджепова и Влад Калазановский. Эсма Реджепова – македонская певица цыганского происхождения. Она обладательница многочисленных наград и даже была номинирована на Нобелевскую премию мира. А буквально в эти дни она должна была получать почетный диплом доктора музыки в одном из университетов США, но из-за Евровидения поездку пришлось отложить. Влад Калазановский, он же Лозанна, известен в Македонии благодаря своей победе на местном радиофестивале «Звездная ночь». Кроме того, в этом году он получил приз лучшего дебютанта на самом престижном другом конкурсе в Македонии – на Макфесте. Певцы сегодня дуэтом исполняют песню «Преддасерадзени», что в переводе означает «перед рассветом». Итак, Эсма Реджепова и Влад Калазановский, Македония. Ecco porano, dobrite vremenja i nema, po dobro i lošo, nije žive v me, prenda se razdeni, do mene bidi ti, po novi uden, da sme zajedno ja. Цыганская королева, как ее здесь называют в кулуарах Евровидения, Эсма Реджепова.